I
Уважаемые гости, здесь занимается составляющая. Наш музей закрывается через 5 минут. Но будем рады видеть вас в ладу. Спасибо за внимание. Держите, а музей не сможет ничего. Чтобы она не изменила мою обычную сумму. Или... Ну, вообще, я тоже портной, и могу представить, какой раб все работает целый день. И хочу поддержать эту акцию. Спасибо. Выбирайте. Я покупаю сумку для того, чтобы носить ее на все мероприятия, рассказывать про вас, про концепцию, которую вы шили в 12 часов, ну и про кооператив. Спасибо. Вы работаете в гараже? Да. А, можно спросить, мы просто наблюдали за тем, как работает ребята. Какой у вас день? 12 часов? 11. 11. На ногах уже? Нет. У нас смотрители на ногах, а их все равно нет. Мы же как наблюдали очень существенно. Надеюсь, у вас как-то... Неограниченный покой. Неограниченный. Спасибо. У меня девушка вчера ходила, смотрела на вас перформанс, и она хочет эту сумку себе на память, а я покупаю, потому что я ее люблю. Прекрасно. Я покупаю сумку, потому что для архива музея «Гараж». И просто мне кажется, что, как сказать, вы сделали маленький подвиг, что вы согласились в этом всем участвовать, в какой-то момент вы хотели. Как сказать, не участвовать, но вы это все сделали. Мне кажется, это очень важно, то, что происходит сейчас в гараже, и многие пересмотрят свое отношение к этому. Я приехала с Урала, тоже здесь выставляюсь, из Нижнего Тагила, если знаете такой город. И этот город славится тем, что он очень промышленный, и как бы художники там подавляются этой промышленностью. Как вас зовут? Алиса. Там Пригов, это моя работа. В общем, вот. И перформанс я, к сожалению, не присутствую, но я... как бы в общих чертах понимаю, что у нас происходило, очень напоминает производство одного нашего завода. Он производит танки и трамваи, которые распространяются по всей России, по Европе, но в самом городе ничего не остается. И рабочие работают примерно так же долго, как вы здесь. И, ну, в общем, такой завод, который очень много обманывает людей. И, в общем, в итоге, если у меня получится, я хочу подарить эту сумку директору этого завода. Я хотела бы просто, на самом деле, я понимаю и ценю то, что вы делаете, привлекаете внимание к этой проблеме, и это даже не за сумку, а за то, чтобы эти деньги были пошли на те нужды, которые нам назначаются, в поддержку сестер, и чтобы не лишались такие начинания, поддержки, это раз, а во-вторых, для того, чтобы никто не работал в рабстве, и чтобы это стало известно, что это не... то, что происходит где-то за пределами в каком-то непонятном мире, о котором мы не знаем, но что происходит здесь, сейчас, рядом с нами. Я хочу поддержать вас, и мне очень нравится участвовать в этом выступе, и какие темы вы затрагиваете. И я, к сожалению, не была свидетелем этого перформанса и этих действий, но я хочу прикоснуться к этому. Хочу захватить частичку этого, частичку искусства, стать таким мини-кондиционером. Вот. И, ну и также раба масс-маркета, сделанная в рабстве. И... Честно говоря, я понял для себя, для моей подруги, которая вчера была здесь и очень много времени провела, наблюдая за тем, как вы это делаете, и она сказала, чтобы я обязательно сходил. На самом деле вчера была, видела, как вы это делали, мне очень нравится сама идея. Хочется, чтобы люди спрашивали, хочется рассказывать про этот проект. И, в общем,
вообще не забывать, откуда берутся вещи, как мы сами для себя можем иногда загонять, или люди себя почему, понимать, почему вообще люди загоняют себе иногда в это состояние. Ну и вообще думать о том, как это можно избежать. Или сделать так, чтобы ты был меньше, как рабство. На самом деле больше вопросов, чем ответов на ваши вопросы. Ну, давайте поговорим. Что вообще имеется в виду словом рабство? Ну, когда человек загоняется в такие экономические условия, когда вот он вынужден работать только вот в этих условиях, которые вредны для него физически, которые не позволяют ему вообще существовать по-человечески, там, отдыхать, видеть своих детей, там, семью. Да, вот, или когда человек работает в таких условиях, что его состояние экономическое в первую очередь полностью зависит от другого человека, который, например, является там, владельцем фирмы или фабрики, или завода. То есть... Понимаю. А разве находясь в, так сказать, в центре, в таком культурном центре, вы не находитесь так в довольно тепличных условиях? Вам же предложили вроде как гонорар за ваше участие в триеннале и так далее. Нет ли тут какой-то... Вопрос, когда ты даешь свой труд, это тоже вопрос некоторого положения раба, когда ты должен продавать свой труд, чтобы существовать и быть в каком-то пространстве. Ну, это такое, что ли, базовое размышление о труде и о том, что человек, приходя в этот мир и устраиваясь куда-либо, так или иначе производит продажу себя и своих способностей. В любом искусстве есть какая-то игра, какая-то неправда в жизни, какие-то образы, которые компилируются. Вот. Мы не говорим о том, что мы вот рабы гаража. Мы просто хотим поднять, обратить внимание на ту проблему, как производятся вещи, потому что многие не понимают, что почти все на нас надето, на самом деле сделано в рабстве. Вот а, теперь понятно. Просто мне это было интересно, потому что извините, то, что я работаю здесь старшим смотрителем, и у моих коллег очень часто возникают такие же ощущения, что они находятся в каком-то оцепенении, власти темных сил. Возможно, с ними стоит беседовать на этот счет. Создать городской профсоюз. Да, профсоюз волонтеров гаража. Мы стараемся чаще обращать внимание на эти проблемы. Как вариант, вы можете создать тоже кооператив. У вас есть оборудование. Ну да. Ну, в общем, на это надо все. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Потому что я тоже шью. И начинаю свое дело, и как бы интересный вопрос, кем буду я, когда у меня будет уже свое полноценное дело. Буду ли я делать тоже как раб, или делать как свободный человек? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, помимо инвестиций, которые я вижу в том, что за 44 рубля можно купить, потом и продать через 10 лет. Купить на дом. Например. Мне кажется, здорово ее носить, и если люди будут спрашивать, что такое сделано рабство, рассказать им о проблемах того, что вы сказали, что мы все одеты в одежду, которую сделали люди, которые в основном находятся в рабстве. Так же тоже, если я буду, когда я буду носить эту сумку, меня спросят, в чем посыл этого, этой надписи. То есть я объясню вашу позицию. Я думаю, ваша суть вообще перформанса, да, можно сказать, инсталляция в том, чтобы довести до людей эту информацию. Ну, ношение этой сумки будет результатом вашей работы. Ну и также тоже занимаюсь творчеством, но понимаю, что если я всего себя отдам, то творчество у меня не останется времени для ничего другого. Поэтому
творчество мое ограничено, можно сказать. Да. Обычная проблема. Художник 24 часа в сутки. Да. Так, я хочу купить сумку, потому что мне нужно напоминание о таких вещах, о которых вы рассказываете. Мне нужно, чтобы передо мной это было, чтобы, потому что это ну, в каком-то бытовом постоянном движении. Это все просто затирается, забывается, об этом никогда не думаешь. А если будет такое напоминание, которое я буду носить на себе или будет просто, лежать, я, наверное, несколько по-другому начну все делать, мне так кажется. Всем нужна сумка. Она удобная, она функциональная. И она никак не закрыта. То есть ее можно повесить там, когда ты рисуешь особенно. Туда кисточки можно складывать, сюда можно складывать карандаши, краски. Туда поместить маленькую коробочку с шестими цветами. А коробочки маленькие. Она вообще давно хотела. Они везде реально очень дорогие, и они все очень похожи на друг друга. А это особенно здесь написано. Хочу взять такую сумку, потому что мне очень понравилась идея познакомиться. Думаю, что это должно как-то повлиять на общество. И что поддержать ваше мнение. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Я хочу купить вашу сумку, потому что вот здесь то, что вы собирались сделать вчера на этой перформансе, я... Ну, это, эти сумки стоят ваших усилий, и вы очень сильно постарались, чтобы сделать монотонную работу ради того, чтобы достичь ваших целей. Я думаю, что вот именно вот эти сумки я хочу купить. Спасибо. Нужно ответить на вопрос. Да. Почему вы хотите купить такую сумку? Дело в том, что я впервые на такой выставке, вообще на выставке современного искусства. И там, откуда я родом, вообще выставки это редкое явление. Я родом из Дагестана. Из Дагестана? Да. И мне кажется, приобретение сумочки будет неким манифестом. Отношения ее с людьми искусством. Я понимаю, что нас этого не поймут. Косится взгляды. Но еще я очень хотела попасть на сам перформанс, и, к сожалению, вчера я узнала, что у вас продукция операции вообще все очень круто. Спасибо. Больше всего в этой сумке меня привлекла моя подпись. И как бы дело в том, что я учусь, я студентка, и учеба это всегда сложно, поэтому. Я думаю, многие поймут эту надпись, так как мы как бы в какой-то степени находимся в радости. Вот. Поэтому я вам сделаю. В общем, я давно вас знаю, и такие интересные искусства и феминизм. Я бы очень рада знать, потому что есть такие дети, которые хотят понимать проблемы и делают это очень качественно. Очень рад, что вы работаете только в Петербурге. Я вообще мечтаю попасть как-нибудь. И, собственно, я здесь, потому что хочу поддержать вас. Я была вчера и очень много ходила вокруг вас. И у меня было желание внести вам что-то с флагами, чтобы вы были очень измучены. И я надеюсь, что когда-нибудь в России будут хорошие условия для работы для женщин. Надеюсь, что с вашей помощью. Какая цена этой сумки? 44. Правда? Да. И нужно ответить на вопрос, почему вы хотите купить эту сумку. Я просто стала интересной. Нужно еще ответить на вопрос, почему вы хотите купить эту сумку. А что вот больше вот не попасть в это? Мне кажется, нам уже ничего не досталось. Да. Вы участвуете в выставке? Да. Я вот красный, который вот... Да. Мне очень понравилось ваша инсталляция. Ну вот, мне нравится. Это вам тоже. Это тоже мое слово. Нет, я буду в Казани, она у меня будет в мастерской. Все будут читать, я буду комментировать ваш проект, продвигать. У меня народ бывает очень. 2040 рублей. 2040? Да.